В Урнарыже состоялась церемония вручения ключей от новых автомобилей сотрудникам Гостехнадзора. Автопарк Гостехнадзора Чувашии пополнился 12 новыми автомобилями «Лада Гранта». Средства на обновление парка Гостехнадзора были выделены в рамках госпрограммы Чувашской республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В настоящее время в органах Гостехнадзора Чувашии зарегистрировано свыше 24 тысяч единиц поднадзорной техники. Инспекторы ведомства Чувашии регулярно проводят профилактические мероприятия: снегоход, частник, трактор, выявляя незарегистрированную технику и машины без техосмотра.